Я лучше попытаюсь счастье здесь. Умоляю, умоляю. Прекрасный прыжок. Лучший, лучший, худший. Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы продолжаем играть с вами Only Up, и у меня большие планы на этот эпизод. У меня много амбиций, и я готов. Понеслась! Я же на это в прошлый раз и кацанулся! Цепляйся! Зачем я эту кровать взял? Перестань прыгать! Прыгай! Почему я сдался? Я должен был сразу карабкаться по воздуху! Если бы я только начал сразу это делать, я бы зацепился за платформу и вознесся бы сразу. Одно радует, что отсюда, ну, практически нереально упасть в самое начало игры. Надо быть настолько неудачливым человеком, чтобы упасть отсюда. Там тысяча возможностей зацепиться, и я должен ими буду воспользоваться в случае чего. Если падаем, сначала двигаемся и пытаемся как-то зацепиться, а потом орем и бесимся. Нет! Да! Макан! Мой макан! Обаман! Что это за язык? Какого дьявола?! Как это было?! Кто мне скажет, как это было? Давайте, в какую сторону нам? Вот! Есть! Это что? Поехали! Да? Погнали! Возносимся! Есть, это так радует меня, что я не упал. Что не упал ниже, я зацепился. Как я и сказал, сначала спасаемся, а потом уже орем и нервничаем. Ух, рай, он продолжает меня выкидывать из себя, но я поднимаюсь. Завали, завали. Ага, Иисус, я все-таки пришел к тебе. Ты не сможешь меня убрать отсюда. Ты не сможешь меня победить. Есть. О! О! Гриффиндор! Перестань! Дамблдор! Я тебе что сказал? А так! Умничка! Умничка! Да какого? Да какого? Где мы? Как мы? А! Ух, я думал, надо по скелету бежать! Нет, вот сюда! Вот сюда! Я не могу больше! Мы вознеслись. Спасибо. Прыгаем так. Я уверен, до этой книжки легко достану. И давай сразу так сокращаем. Спидран, забываем. Значит, эта кровать, это явно скип какой-то. Может быть, нам с той стороны нужно пойти? Но что мы там добьемся? Я лучше попытаюсь счастье здесь. Умоляю, умоляю. Прекрасный прыжок. Лучший, лучший. Цепляйся! Худший! На воздушный шар! Я знаю, что там есть батут! Я видел его! Воздушный шар! Спаси! Заткнись, музыка! О! О, нет! Нет! Вообще не так! Все это не так должно быть! Да что ты говоришь? Мой юный друг. Вот сорванец, мы добрались. Сейчас будет снова кроватка. Или, может быть, все-таки стоило туда пойти? Нет, кроватка. Кроватка — это легко. Вот так. Видали, как классно? Неплохо. Видали, как хорошо? Прекрасно, отлично. Стоп, нет, говно. Говно. Цепляйся! О, все. Это крах. Нет, погодите, там есть шарик. Воздушный шарик, хороший такой. На него и приземлимся, я думаю. Правее. Ну как нам разобраться-то с этим? Есть! 207 минут в игре! Ладно, последний раз пробуем кровать. Если не получится, то я просто застрелюсь. Нет, пойду просто вот в эту сторону, посмотрю, что там. Итак, помним, как регулировать. Помним, как разгоняться. Вот, все. Вот это будет хороший прыжок. Чуть-чуть назад, чуть-чуть вперед, чуть-чуть туда, сюда, вперед, назад. На огурец метим. Нормально! Нет! У меня помутнение в глазах. О боже. Все нормально? Я вообще живой?
Как? Как? Полезли наверх. Я лезу. Мне пофигу. О! Давай, 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 давай! Есть! Крыша едет уже. Мне просто не дано достичь вершины, походу. Не дано. Я в плену у этой игры. Я сумасшедший теперь. Я псих, кажется. Нет во мне ничего больше. Души нет. Мне даже начало нравиться колесо обозрения. Оно гораздо увлекательнее, чем вот это вот все. Давайте, на кровать, короче. На кровать. О, это было плохо. Это начало конца. Это что сейчас было? Это что сейчас было? Я, конечно же, соврал. Я буду еще раз пытаться с кроватью разобраться. Нам немножечко осталось-то, на самом деле. Немножечко вот пару туда-сюда. Третье, десятое. Немножечко вперед, немножечко назад. Забить на огурец. Главное просто земля. Земля есть! Земля есть. Подсолнух тоже есть. Неужели после стольких лет... Стольких попыток, стольких страданий, боли. Я наконец-таки дошел до лейки. Это была моя главная цель. Лейка. Ничто другое. Все остальное тлен. Только душевая лейка. И дохлая рыба. Пираты. Пираты. Я дошел до пиратов. Вот здесь. Каким-то образом я сдох почему-то. О! Нет. О! Смотрите, как ножки вывернулись, бедный. Так, докуда же я успел дойти-то, я не помню. Да проб... Вот! Сюда не ступала нога. Ой, как... Как еще много! Кораблик. О, мы плывем. Только не говорите, что мне нужно будет вот на тот носик забраться. Мне нравится. Это... придает немножко веселья этому приключению. Словно корабль-призрак. Мы поднимаемся из пучины. Вот что это было за область такая. Это вода. Поверить не могу, друзья. Мы здесь. Почему-то пова... Куда ты? Куда он? Ты куда? Кораблик? Ты сейчас встретишь короля мира. Ты сможешь загадать одно желание и... задать вопрос... Окей, пойдемте встретим короля мира. Ой, как приятно ходить здесь. Тут нету никаких пропастей. Маленьких платформ. Все очень легко. Воу, красиво здесь. Красиво. Куда теперь? Куда? В пушку. Чё? Вау, как круто! Блин, мне нравится. Мне очень нравится. Как? Что? А, черт! Лед тает. Хорошо, нас научили, что платформы эти будут падать. Надо действовать быстро. Да. Окей. А, нет! Быстрее обратно, 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 обратно. Нельзя цепляться за платформы тоже. Потому что вот что происходит. Господи, как хорошо, что я не улетел вниз. Я бы квитнул игру сразу же. А платформа-то появится? Или игру заново начинать? Платформы снова появились. Хорошо. Ладно. Но я не могу здесь. Есть! Аккуратненько. Так. 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 О! Справились! Эйфелевая башня? Куда ты хочешь, чтобы я пошел теперь? Наверное, нужно взобраться на рояль. Да. Трудно разглядеть, что там выше нас ждет. Давайте просто полезем. Я уже устал, я хочу это пройти. Я думаю, сейчас мы это должны сделать. Я не думаю, что нам осталось слишком много. Невозможно... Это что, летающая тарелка? Она крутится. Это плохо. Невозможно сделать бесконечную игру. Ага. По снежинкам. Будет падать, да? Нет, не падает. А куда надо? Вот, видимо, сюда. А скользко? Нет, не скользко. О.
О, боже мой, надо было с разбега. Я рисковый, однако. Снеговик! Опа! Грейпфрут. Есть. Смотрите, там кровать я вижу. Какой хорошо, что я не бежал. Хорошо, что я не бежал. Я бы мог просто упасть нахрен вниз. Вы представляете, как бы я низко пал? Это рушится? Не рушится. Блин. Жизнь проста. Но вы все время ее пытаетесь усложнить. Это ты, игра, пытаешься усложнить мне жизнь. Так, сразу определим. Этот самолет, во-первых, оказывается, изо льда сделан. Я думал, он настоящий. Потому что там еще до хрена всего. Ладно, побежали, что ли? Не рушься подо мной. Дырка! Вот сюда, наверное? А вот здесь ты что хочешь от меня? Не понимаю, я не зацеплюсь здесь ни за что и никуда не попаду. Ладно. Давайте попробуем с другой стороны обойти. Вот, я же вижу. Вот это стрёмно выглядит. Пожалуйста, пожалуйста. Есть. Мы взбираемся на Сэмбик. Евгений был слишком отвлечен на покорение вершин, что и не записал прощалку и для этого эпизода. Походу, вообще просто решил забить на вас. Но я бы так с вами никогда не поступил. Поэтому спасибо всем, что смотрели этот видос. Обожаю вас всех, люблю, целую, обнимаю. Если вам понравилось, ставьте лайки. И, в общем, все вы знаете. Вы же классные ребята, вы все знаете. С вами был Юджин, и всем пять!